Бар «Шницель», входящий в ресторанный холдинг «Чемодан Групп», приглашает в уютной атмосфере провести новогодние праздники с ежедневными выступлениями на сцене, а еще представляет сезонное меню и особое предложение от шеф-повара к домашнему столу. Нашему бару уже 3 года. Мы бар на районе. Мне кажется, это единственное место московского района нашего города Твери, где можно с удовольствием провести время как в компании близких, так и в компании друзей. Живая музыка по выходным, акцент на мясные блюда. Мы называемся «Шницель», поэтому, конечно же, наше фирменное блюдо – это шницель от шефа и остальные шницеля, которые присутствуют в нашем ассортименте. В меню представлена целая линейка этого известного блюда венской кухни – шницели из курицы, индейки, свинины. Немало и других мясных и рыбных блюд на гриле. И, конечно, зимний сезон здесь встречают с гастрономическими новинками. Услышав от шеф-повара описание нескольких блюд, непременно захочется продегустировать каждое. В новом предложении от шеф-повара в зимнем меню есть 2 новых шницеля. Один куриный, а другой на кости, скандинавский, свиной. Он идет с стручковой фасолью, красной фасолью, шампиньонами в сливках, с клюквенным соусом. Также есть жаркое по-домашнему, 3 вида мяса, обжаренный картофель, огурцы, помидоры, слайсы и целая глазунья. Скумбрия у нас на подушке из карамелизированных овощей. Там идет баклажан, стручковая фасоль. И никто даже не мог подумать, что там будет груша. В сметанном апельсиновом соусе. Эти и другие блюда всегда можно заказать из бара «Шницель». Доставка по городу бесплатная. А если в праздничные дни хочется чего-то особенного и лишний раз не хлопотать на кухне, то шеф-повар по такому случаю разработал новогоднее предложение, которое действует на протяжении всех каникул. Можно сделать предзаказ на нашем сайте за 2-3 дня. Это свиная рулька. Также мы еще сделали целый метр колбасы с квашеной капустой. И есть предложение. Это пласт филе лосося, 1 кг, и 500 грамм овощей гриль. Мы также при этом приносим инструкцию, если вы хотите сделать это сами. И, конечно, команда бара «Шницель» приглашает заглянуть на семейный обед или ужин. Есть, кстати, детское меню. Устроить дружескую встречу, романтический вечер или просто зайти на чашечку кофе или угоститься пенным. К тому же ожидается насыщенная концертная программа для гостей. Хочется поздравить жителей нашего города с Новым годом, пригласить всех на рождественские встречи, которые пройдут с 1 по 10 января в нашем баре. Посидим, попоем под живую музыку, под дуэты и трио. Все праздничные дни с 9 до 11 вечера на сцене новые исполнители. Бар «Шницель» находится на проспекте Победы и работает ежедневно.